В районы едут новые скорые. Ивановская область получила 10 автомобилей класса «Б». Машина передана в учреждения, действующие на территориях моногородов. Напомним, в конце прошлого года наш регион получил 21 скорую. В этом году, по-моему, 20 еще скорых. У нас все-таки потребность, конечно, не закрыта. Это много с чем связано, с состоянием дорожной сети. Ну, просто уже износ подошел много автомобилей. Но сегодня, слава богу, как мы с вами договаривались, сегодня в наши города, многих здесь вижу, уже знакомые лица, пойдут те самые скорые помощи. Надеюсь, что все это в итоге должно сделать более качественным и комфортным получение медицинских услуг. Фурмановское отделение скорой помощи новый автомобиль получило в прошлом году. И вот еще одна ласточка. Медики говорят, что машина оборудована всем необходимым для оказания экстренной помощи как взрослым, так и детям. Здесь оборудован дефибриллятор с кардиомонитором, кардиограф, реанимационные чемоданы взрослые и детские, то есть фельдшерская укладка, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер. То есть можно проводить все необходимые процедуры, можно и аппаратную вентиляцию легких проводить, реанимационные мероприятия в полном объеме, тромболизис можно проводить адекватно. Причем как взрослым, так и детям все проводить вентиляцию. Также губернатор познакомился с работой детской поликлиники на базе 7-й городской больницы. Учреждение недавно было отремонтировано и сегодня в регионе является одним из лучших. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.